Узнать свою кредитную историю онлайн. Нацбанк сегодня презентовал новый интернет-портал. Пока услуга доступна клиентам лишь одного банка, но регулятор рассчитывает, что вскоре к сервису присоединятся все финансовые учреждения страны. Чтобы посмотреть свою кредитную историю, необходимо пройти идентификацию. Отчет содержит информацию о текущих и прошлых кредитах, когда и каким банком выдан заем, какова сумма и срок его погашения. Кроме того, клиентам предоставляется так называемая скоринговая оценка. Это система, которая анализирует платежеспособность заемщика и показывает, насколько велики у него шансы получить новый кредит. Этот сервис в первую очередь нужен именно клиентам. Он нужен физическим лицам для того, чтобы проверить собственную кредитную историю. В кредитной истории могут быть ошибки, но это не самое главное. Кредитную историю очень важно посмотреть перед тем, как идти в банк. Может быть, есть кредиты, о которых вы уже забыли. Может быть, есть просрочка, пусть даже незначительная. Кредитная история по закону предоставляется бесплатно один раз в течение года. Повторный заказ на бумажном носителе сегодня стоит около 50 000 рублей. В режиме онлайн цена будет ниже.